В рамках заседания Совета по науке и образованию, который прошел 31 января в РЦО города Каспийска, руководитель региона Сергей Меликов объявил о старте проекта «Сделай подарок родной школе». Поддержал акцию и глава Каспийска Борис Гонцов. Он посетил городскую гимназию номер 7 и передал от себя и выпускников образовательного учреждения интерактивную доску и проектор. На самом деле это подарок не только мой, это подарок выпускников вашей школы, которые... Значит, в силу своей скромности не поручили мне преподнести и вручить этот подарок. Вы его настроили. Ну, я сам стремлюсь к совершенствованию в IT-технологиях, да, и мое это стремление, чтобы мы и живем сейчас в такое время, чтобы мы познавали, мы умели пользоваться, и вы в жизнь уже выходили более грамотными, способными самопрезентации. Покажу себя, своей деятельности с учетом таких специализированных устройств. На встрече также присутствовали начальник управления образования города Лариса Абрамова, директор гимназии Магомед Магомедов, педагогический состав, а также и сами учащиеся. Школьники выразили огромную благодарность главе города и отметили пользу цифровой модернизации образования. Хочу выразить благодарность от лица всех учащихся нашей гимназии за столь невероятный, а главное, современный подарок. Ведь в наше время, как говорят, время телефонных детей, мы сможем намного легче, а главное, качественнее усваивать информацию. Если раньше мы решали уравнения и задачи на миловидной доске, то сейчас мы это все сможем делать электронно. Также для учителей это облегчение. Они смогут выводить разные информированные ролики, показывать слайды. И это упрощает им работу, а для детей образование становится намного интереснее. В завершении встречи глава города передал эстафету депутату Народного собрания Республики Дагестан Зауру Расулову, председателю собрания депутатов города Абдулвахиду Джаватову, своим заместителям и всем неравнодушным гражданам. Отметим, что подарок можно сделать не только школе, но и детскому саду.